Чемпионат страны в Гомеле среди юниоров стал золотым для наших борцов. Из 10 наград высшей пробы 5 уехали в Абрузь. Из 5 золотодобытчиков на тренировке только 2. Остальные сейчас на сборах национальной команды в стайках. Одной из триумфаторов турнира стала Мария Ягулида. Девушка провела 2 схватки и обе завершила техническими победами. В решающей поборола представительницу Минска 13-3. Безоговорочная Виктория. В этом году мне было, мне кажется, полегче, чем в прошлом году на этих же соревнованиях, так как в прошлом году у меня было... Может, не лучшая форма самая. В этом году мы хорошо подвелись, у нас были до этого сборы. У второй победительницы Алины Максимовой путь к золоту не такой легкий. В решающем поединке она и ее соперница шли ноздря в ноздрю. Одно очко решило судьбу первого места, 7-6 в пользу нашей землячки. Где-то какие-то были микротравмы, мы подводились именно так, чтобы не доломать, чтобы восстановиться больше к этому моменту. Все прошло так, как мы задумали. Тренер очень постарался. Тренирует чемпионок Ваграм Оганесян. Наставник не скрывает. Результатом доволен вдвойне. За личные достижения воспитанниц и первое место Могилевской области в общекомандном зачете. Вот эти соревнования, они для нас были важны в первую очередь. Посмотреть вообще на каком уровне, на каком состоянии, на каком функционале они вообще работают и выступают. Но, слава богу, все сложилось, все хорошо. Девочки проявили свой характер, они проявили силу воли. Они проявили свои стремления побеждать. Я думаю, что они доказали, что мы лучшие, как бы они могут побеждать и доказывать на международных соревнованиях. По словам самих спортсменов, эту страницу они уже перевернули. Теперь все мысли о предстоящем чемпионате мира в Сербии, который пройдет в декабре. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.